Добрый вечер, дорогие друзья. Точка. Сегодня 27 февраля 2013 года. Запятая. Это значит, что уже завтра будет запущена в свет технология распознавания речи Real Speaker. Точка. Данная технология перевернет современное представление о системах распознавания речи. Точка. Использование видеофильтра докажет преимущество определения движения губ и сделает систему распознавания речи лучше, быстрее и качественнее. Точка. Новая строка. Люди, которые в силу целого ряда причин не могли качественно использовать клавиатуру, смогут вводить любой текст с помощью голоса. Точка. Точка. Со временем система распознавания речи научится понимать контекст, исходя из накопленной базы данных, будут исправлять неправильно распознанный текст. Точка. На первое место станет не техника, а человек. Точка. Удалить слово. Восклицательный знак. Новая строка. Удалить слово. Новая строка. Мы верим, что наше решение сможет внести свою лепту в улучшение технологии распознавания речи. Точка. Нам бы хотелось, что именно по принципу аудио-видео обработки были построены новые системы распознавания речи будущего. Точка. Мы в этом направлении движемся и хотим, чтобы не только речь преобразовывалась в текст, но и также функции голосовой навигации, управления. Запятая. И самое главное, мы хотим, чтобы техника изучала человека. Дефис. Потому что самая главная загадка, которая есть на этой планете, это познать самого себя. Точка. Удалить слово. Восклицательный знак. Удалить три слова. Удалить слово. Нет, мы не будем удалять слова. Мы оставим все как есть. Примерно так работает система распознавания речи. Естественно, это не супер решение. Это не супер точное. Мы за это не боремся. Мы хотим улучшить то, что есть за счет видео. Скачивайте приложение и наслаждайтесь качеством распознавания речи, насколько это возможно. Точка. Большое спасибо за внимание. Точка.